На фестивале образовательных инноваций образования 2019 «Сливки педагогического сообщества». Их идеи, проекты, практики ориентированы на главные вызовы современного общества. У каждого учреждения свой уникальный проект. Многие собравшихся получили в прошлом году миллионный грант главы города. Например, школа 77 была награждена миллионом за проект «Школа наставничества». Главный замысел – разработать такую модель кураторства, чтобы дети были более успешны в обучении. Лучших педагогов наградили денежными призами в рамках городского конкурса «Учитель года». Тройке победителей теперь предстоит выступить на краевом, а затем и на всероссийском конкурсе. За добросовестный труд благодарственными письмами администрации города награждены 14 педагогов. На ваших плечах лежит большой груз ответственности передать все, что вы умеете и хотите, и еще будете хотеть, передать именно нашим детям и новым молодым педагогам. Потому что тот педагог, который работает больше 10-15 лет, может только научить молодого педагога. На участие в фестивале образования 2019 подали заявки более 1000 учителей. Они стали непосредственными участниками педагогических лекториев, конференций, мастер-классов, дискуссий, форумов молодых специалистов. Подобные акции помогают выявить эффективные тенденции развития системы образования, представить и популяризировать наиболее успешный опыт преподавания и внедрить его в каждую приморскую школу. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.